Мы уже не раз говорили о том, что наши отношения с Россией находятся в низкой точке. Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшились. Мы бы не хотели продолжать эту политику око за око в дипломатии. Существует слишком много вопросов, в которых мы могли бы сотрудничать с Россией. Один из таких вопросов – это Сирия, например, где режим прекращения огня длится уже сколько? 2 месяца, 6 недель, что-то около того, но мы этому рады.